эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Экологической катастрофой может обернуться свал грунта около реки Бица. Ни Роспотребнадзор, ни административно-технический надзор не могут остановить это безобразие. Детские площадки по-прежнему закрыты. Что грозит нарушителям, срывающим ограждение? Если бы я, конечно, жила бы в своем частном доме, естественно, я бы никуда не выходила в людное место. Стартовал прием заявок на участие в губернаторской премии «Мы рядом». Настоящая экологическая катастрофа может наступить в городе Видное. В начале проспекта Ленинского комсомола, рядом с офисным центром «Астроплаза», вот уже на протяжении 3 лет происходит свал грунта в непосредственной близости от реки Бицы. Неравнодушные жители, администрация города, депутаты и экологи бьют тревогу. Но по ряду бюрократических причин опасные работы продолжаются. Почему? Попытался разобраться Максим Козлов. Работа здесь ведется круглосуточно. Непосвященному может показаться, что идет строительство, но это просто свалка грунта. Все, что могут члены инициативной группы, только наблюдать, как уничтожается один из живописных уголков Видного, и писать, писать, писать в различные инстанции. По нескольку раз мы прошли эти круги, и, наконец, мы получили окончательный ответ прокуратуры Московской области, в котором написано, что выданы все предписания прокурорского реагирования, что должны быть все работы остановлены. Но, к сожалению, ни прокуратура, ни природоохранная прокуратура, ни Роспотребнадзор, ни административно-технический надзор не могут остановить это безобразие. Одна из главных проблем в том, что собственник территории, коммерческая организация, отдала эти земли в аренду частному лицу. И тот, пользуясь лазейками в законодательстве, игнорирует все предписания. Бюрократическая машина же вращается слишком медленно. Министерство экологии Московской области, Министерство ЖКХ выезжало на этот объект. Но мы видим, что в настоящее время работы продолжаются. Стучимся во все надзорные органы, так как эта территория не муниципальная, это территория частной собственности, то есть распоряжается ей, естественно, собственник. Работы проводятся в критической близости с речкой Бицей. Видновчанки Татьяна Бочкарева и Инна Смирнова показывают знакомые с детства места. Родник, пологий берег реки и сейчас пользующийся популярностью у рыбаков и местных ребятишек тропинки и овраги. У нас осталась вот эта вот красота. Тут гуляют люди с детишками, с, я не знаю, с собачками, проводят время, воздухом дышат. Ведь у нас уже от этих застроек, я не знаю, ну... И все это находится под угрозой уничтожения. Когда-то местные жители планировали не только сохранить этот уголок природы, но и благоустроить его. Но у земли изменился вид разрешенного использования. Теперь на этом месте можно строить только объекты торговли. Да, вот мы начинали этот проект 3 года назад. Здесь был другой вид разрешенного использования. Здесь была рекреационная зона, которую мы, в общем-то, и изобразили здесь какими-то, да, центрами небольшими. Эскизный генплан благоустройства, зонирования. Здесь предполагались, ну, несколько видов дорожек. Это, ну, пешеходная рекреационная зона, это зона для активного спорта. Вот здесь предполагались какие-то пирсы, причалы и, возможно, там сцены летние с кинотеатром при водных зонах. Суждено ли когда-то этим планом сбыться? Рядом с тем местом, где сейчас ведутся работы, расположена еще одна гора грунта, завезенного ранее. И она стала весьма серьезным препятствием для строителей долгожданного выезда из 6-го микрорайона. Потрачены дополнительные время и деньги. Ну, управлялись в кучу. Когда проектировали, кучи не было. Когда землю выбирали, кучи не было. Начали строить, каким-то образом какие-то мошенники навозили туда кучу земли. Мы ее ликвидировали, мы 3 месяца ее убирали. 30 тысяч кубов. Неравнодушные жители почти каждый день ходят на место проведения работ, чтобы зафиксировать очередные нарушения. К решению проблемы подключился и представитель депутатского корпуса. По его мнению, речь идет совсем не об административном правонарушении. На мой взгляд, здесь имеет место также не только какие-то правонарушения там гражданского характера, но и уголовно наказуемые деяния. Вот как мне видится здесь отчетливо 260-я статья Уголовного кодекса, то есть повреждение деревьев до прекращения степени их роста.
Пока же, по заверениям местных жителей, виновнику лишь выписывают относительно небольшие штрафы. И вновь, теперь же депутат составил массу обращений в различные надзорные органы и вновь томительные ожидания. Таким образом, ситуация складывается буквально как в кино. Так что нет у вас методов против Коти Топрыкина. Но если в фильме методы нашлись, то в нашей ситуации все буксует, в отличие от автомобилей, привозящих грунт, и тракторов, которые его разравнивают. А местным жителям остается и дальше бить в набат и записывать ролики в защиту родной и такой беззащитной речки. Сохраните нашу природу и не убивайте ее! Члены инициативной группы видят на данный момент единственный способ остановить наступление экологической катастрофы до вынесения каких-либо судебных и иных решений запретить завоз грунта. Но, увы, прямо сейчас, когда вы смотрите этот сюжет, техника продолжает свою работу. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сегодня в рубрике «Дежурный по району» наш корреспондент вместе с инспекторами Госадмтехнадзора посетил несколько детских площадок города Видное. В связи с пандемией они до сих пор официально закрыты, однако людей это не смущает. Какие меры будут приняты в отношении родителей, которые игнорируют правила, расскажет Юлия Погосьян. Все детские площадки в Ленинском городском округе огорожены специальными предупреждающими лентами. Однако их наличие не мешает родителям проводить здесь время с детьми. Они их просто срывают. Поэтому сотрудникам Дорсервис приходится ежедневно натягивать новые ленты. Если бы я, конечно, жила бы в своем частном доме, естественно, я бы никуда не выходила в людное место. Так как мы живем в квартире еще и на последних этажах, там душно, жарко, невозможно, то нам приходится выходить хоть на чуть-чуть. Пора открывать дней, где гулять с детьми, потому что на улице жарко, дома сидеть невозможно. Где ходить? В лес нельзя, клещи. Так вот здесь дети гуляют, здесь и прохладно, и хорошо. Посещение закрытых детских площадок грозит штрафом, но сотрудники Госадмтехнадзора относятся к нарушителям с пониманием, входят в положение родителей и просто информируют их о распоряжении губернатора, выезжают в рейды, чтобы проводить объяснительные беседы, заодно проверяют состояние детских площадок, ведь придет время, и они заработают. За каждой площадкой в городе не углядишь. Слава богу, что у нас их очень много, и они в хорошем состоянии, все новые. И за этим администрация и Дорсервис следят. И следим мы, как Госадмтехнадзор. Да, ну я так понимаю, что не будут, да, там как-то штрафовать людей. Нерадивых, которые сильно пьянствуют на детских площадках, они с детьми гуляют. Тех, конечно, мы штрафуем. А некоторые городские детские площадки и вовсе ничем не огорожены. Как, например, это возле детского сада «Золотой ключик». Понятно, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но что, если люди не мониторят обстановку и просто не в курсе, можно здесь гулять с детьми или нельзя? Вы знаете, что пока в Московской области нельзя гулять на детских площадках? Я думал, что отменили уже. Вы вообще ратуете за то, чтобы детские площадки официально разрешили посещать? Очень даже. Надо. Давно уже пора. Как бы то ни было, изоляцию в Московской области продлили до 23 июня. Что будет дальше, непонятно. Но до этого времени официально посещать детские площадки все-таки запрещено. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Ежегодная губернаторская премия «Наше Подмосковье» в этом году пройдет в новом формате. Изменились условия, номинации и даже название «Мы рядом». Прием заявок уже стартовал. Цель премии не изменилась – поощрять жителей Подмосковья, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические поступки, занимающихся благотворительностью и внесших вклад в развитие Московской области. Победителей будут выбирать в четырех номинациях – волонтерство и благотворительность, культура и образование и двух новых – медицина и здравоохранение и социально ориентированный бизнес. В этом году призовой фонд премии составит 180 миллионов рублей. Каждый лауреат получит диплом и 1 миллион рублей. В конкурсе могут принять участие совершеннолетние граждане России, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Московской области. Выдвинуть кандидатуру для участия можно на новом сайте premia-myryadom.rf. Заявки на участие принимаются до 14 июля. Затем в результате общественного голосования будет определена 1000 номинантов, из которых компетентное жюри выберет 180 победителей.
День памяти и скорби 22 июня 2020 года – это 79-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день, летом 1941-го, началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Волонтеры «Молодой гвардии» приняли участие в проекте «Стихи живут» и прочитали стихотворение Вадима Шефнера, посвященное этой дате. «Не танцуйте сегодня, не пойте, в предвечерний задумчивый час». Молчаливо у окон постойте, вспомните погибших за нас. Там, в толпе, среди любимых и влюбленных, среди веселых и крепких ребят, чьи-то тени в пилотках зеленых на окраины молча спешат. Им нельзя задержаться, остаться. Их берет этот день навсегда. На путях сортировочных станций им разлуку трубят поезда. Анастасия Матвеева, руководитель организации «Молодая гвардия» по Ленинскому городскому округу, рассказала, что волонтеры с радостью откликнулись на предложение принять участие в акции «Стихи живут». Выучить и прочитать стихотворение Владимира Шефнера 22 июня – это прекрасная возможность узнать о непростом периоде нашей истории. 22 июня – это особенная дата. И молодежь должна помнить и знать, чтить своих героев. Стихотворение очень сильное. Ребята с удовольствием согласились принять участие. Было много желающих, но выбрали только несколько. Волонтер Вероника Цыплакова – многодетная мама. Она рассказывает, что свободного времени немного, но очень хочется помочь тем, кому нужна поддержка. В период пандемии Вероника помогала с раздачей продуктовых наборов для нуждающих семей и пенсионеров. Весь мир, да, погрузился в период карантина, самоизоляции, но 22 июня – это дата, которая связана с войной. Это еще более тяжелое и трудное время для всех. Было, да, вот. И поэтому как бы мы не смогли обойти эту дату стороной. Волонтеры надеются, что произведение в их исполнении найдет отклик в сердце каждого молодого слушателя. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.